Друзья, всем привет! Меня зовут Артем Хуртов, и сегодня я вам расскажу еще одну причину любить Уфу. Поехали! Мечеть Ляля Тюльпан – самая большая соборная мечеть Республики Башкортостан, ставшая одним из главных символов Уфы. Строительство мечети началось еще при советской власти во время перестройки в 1989 году. Однако из-за недостатка финансирования после закладки фундамента мечеть длительное время находилась в состоянии долгостроя, пока в середине 90-х финансовый вопрос не был решен. Основной пик строительства пришелся в итоге на 1996 и 1998 года. Архитектурный стиль мечети, разработанный, действительно уникальный. Модернизм, совмещенный с традиционной исламской архитектурой. Сама мечеть и ее минареты сделаны в форме тюльпана, одним из главных символов тюркских народов, символизирующую вечную весну. Ну что, друзья, на этом все. Еще больше причин любить Уфу вы узнаете в эфире всей Уфы и в наших соцсетях. Поэтому подписывайтесь и будьте в курсе.